Добрый день, меня зовут Михаил Иванов, и я рад приветствовать вас на канале Wine & Wine. Тема сегодняшнего выпуска – обломка зеленых побегов на виноградном кусте. Всем известно, что с наступлением весны на виноградном кусте распускаются почки и растут побеги. Побег винограда – это орган куста винограда, включающий стебель с расположенными на нем листьями, почками, гроздями, соцветиями, пасынками и усиками. На кусте обычно появляется большое количество побегов, однако не все они будут использоваться для формировки куста и получения урожая. Поэтому для оптимального развития виноградной лозы важное значение имеют так называемые зеленые операции. Под зелеными операциями следует понимать комплекс мероприятий, направленных на повышение качества урожая путем регулирования зеленой массы за счет перераспределения питательных веществ в органах куста. Одной из таких операций является зеленая обломка побегов. Благодаря этой операции можно регулировать количество побегов на кусте, тем самым корректируя плотность зеленой массы куста. Также при обломке можно удалять побеги с соцветиями при избыточном их формировании. Таким образом регулируется объем будущего урожая. Обломку проводят в начале сезона, на ранней стадии развития побегов, чтобы они напрасно не расходовали питательные вещества. В Краснодарском крае обычно проводят 2-3 обломки с конца апреля до конца мая. Кроме того, проведение этой операции на поздних сроках не рекомендуется, так как побеги становятся огрубевшими и трудно поддаются обломке, а после себя оставляют большие раны, тем самым ослабляя куст и увеличивая риски проникновения инфекции в него. Обычно при обломке удаляют слабые, бесполые, ненужные для формировки куста побеги, которые развивались из одной почки, так называемые двойники и тройники. Обломку зеленых побегов проводят не только на плодовой лозе, но и на многолетней древесине. Также убирают молодые побеги, растущие по штамбу, от головы куста и подвойную поросль. На молодых кустах обломка также необходима. Ее целью является оставить наиболее сильные побеги для формирования куста и обеспечить их рост за счет удаления слабых. Обломка побегов производится вручную, и при выполнении данной операции требуется повышенная внимательность от виноградарей для того, чтобы не обломить нужные нам побеги. У нас в компании «Скалистый берег» обломка проводится в несколько этапов, что позволяет установить стабильную нагрузку куста жизнеспособными побегами, что впоследствии позволяет получать качественный урожай.